«Бутик-политик». Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. «Бутик-политик». Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. «Бутик-политик». Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это «Бутик-политик». Сегодня 8 сентября 2020, вторник. Сегодняшняя двухчасовая программа. Не верьте джинглам, пока они играют с 4 до 5, но мы уже с 3 до 5 второй день, и теперь так будем каждый день с понедельника по четверг. А джинглы, конечно, поменяются. Значит, сегодня в первом часе специальный гость, мой добрый друг и журналист израильский, независимый, кстати, и бизнесмен, он очень много шапок носит, Давид Ройтман. В первом часе мы поговорим об Израиле, немного об Украине. Вот, такой план на первый час, второй час мы посвятим американской и мировой экономике. Примерно так я все это запланировал, друзья. Поэтому вы знаете, что нужно делать. Вопросы ваши можете писать. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Кто в прямом эфире нас слушает? Все остальные, кто смотрит на YouTube в любой точке земного шара или на SoundCloud, ищите, слушает там. Ищите в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это вы уже смотрите или слушаете в записи. «Бутик-политик». С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, к ним к нам присоединяется Давид Ройтман. Давид. День добрый, о, вечер у меня. Очень хорошо. Слышно, видно, замечательно. Приветствую. Приветствую, Давид. Первый вопрос тебе. Ты сейчас в Одессе ведь, правильно? Совершенно верно. Как в Одессе обстановка? Тебя тестировали в аэропорту? Вы знаете, очень интересная ситуация. Дело в том, что по прилету, а я прилетел через Стамбул, оказалось, что прилетающих из зеленых стран не тестируют. А еще мне сказали, что иностранцев не тестируют больше вовсе. Интересно. Это интересно. Надо сказать, что Украина вот уже неделю закрыта для въезда иностранцев, и лишь граждане и люди, имеющие специальные разрешительные документы, могут въехать на территорию Украины. Для туристов сегодня страна закрыта. То есть уманский пилигримаж, да, вот эта большая хасидская поездка в Умань на Новый год еврейский не произойдет? Но сейчас я вас, порадую такой внутренней, так сказать, информацией. Дело в том, что люди за взятки проезжают на территорию Украины. Со мной в самолете летели двое таких хасидов, которые за взятку попали в список. В Стамбуле перед посадкой на самолет их задержали. Кто? Уже после того, как они прошли паспортный контроль, там их проверили, они дошли до самолета. У входа в самолет их задержали. Жандармы турецкие или украинские? Не пускали в самолет. Сделали запрос в Одессу. Ага. Одесса подтвердила, что они могут лететь. Ой-ой-ой. И их пустили внутрь. Это хотя смешно. Они не имели ни гражданства, ни вида на жительство, никаких других документов. Их просто внесли в список. Мы сидели рядом в бизнес-классе, и они со мной разговорились. И вот я выудил из них такую информацию. Да, но сколько таких людей сможет приехать по сравнению с обычными там 40-50 тысячами людей, которые Новый год посещают Умань? Это такой, на самом деле, вопрос. Я думаю, что обычно приезжало около 30. Конечно, совершенно другие цифры. Совершенно очевидно, что десятки тысяч людей не смогут прилететь, поскольку обычно делали это относительно недорого, организованными чартерными рейсами и так далее. Естественно, сейчас ситуация сильно изменилась, и я думаю, что будет от 3 до 5 тысяч паломников вместо 30-35. Ну, тоже немало. То есть угроза присутствует все равно, если брать украинскую... Угроза чего? Угроза заражения. И потом возвращение в Израиль зараженных людей. Или наоборот, угроза на их... На Украине огромные цифры заболевших. В Израиле, как мы знаем, и только что я как раз проверял новости, мы находимся на первом месте в мире, я говорю об Израиле, по количеству инфицированных на душу населения. На 100 тысяч, да, правильно. Так что говорить о том, что где-то кому-то станет хуже, немножко, мне кажется, безответственно. Да, что париться тогда? Можно все открыть. На Украине ситуация катастрофическая. В Израиле она катастрофическая еще больше. Окей. Ну да, нет проблем. Да, ну ничего страшного тогда получается. Да, согласен. Если бы Украина или Израиль были Новой Зеландией, я понимаю, чего было бы опасаться. А так что? Пусть летают, ребят. Хорошо, давай на израильскую тему сейчас переключимся, потому как все-таки я так понимаю, что наши радиослушатели более, сейчас более заинтересованы слушать про Израиль.
в данный конкретный сегмент, по крайней мере. А, Давид, вот ты как мне, в моем понимании, ты всегда представлял центр израильский. То есть вот в политических убеждениях своих, во взглядах, ты ни вправо, ни влево не склонялся. Ты такой здравого смысла израильтянин. Согласен? Не соглашусь. Нет? Не соглашусь. Я однозначно правых взглядов. В какой-то мере, может быть, с точки зрения мировой политики, радикально правых. Ага. В Израиле к таким причисляют людей, разделяющих идею трансфера. Да, то есть понимающих, что мирное существование с арабами на территории Израиля невозможно по многим, да, причинам. Поэтому единственное реальное решение проблемы – это трансфер. Я все еще так... Считаешь, продолжаешь так считать? Считаю, все еще в этом убежден абсолютно. Окей. Okay. Ну, так как сегодня в Израиле эти идеи мы не можем, и никто их не имеет права, как я понимаю, пропагандировать, да, потому как человек, который Кахана, Рав Кахана покойный, который это пропагандировал, в итоге его партию даже в Кнессет не пустили. Нет, его партию пустили в Кнессет, он был членом израильского парламента. Но потом закрыли. На более позднем этапе они были вынуждены покинуть парламент, поскольку их фракция оказалась вне закона. Вот, вот. Так, пропагандировать... Ну, хорошо, это... Скажи мне, вот ты как считаешь, эти протесты, которые сейчас идут в Иерусалиме на Бальфора, вот эти крики, эти ракеты пластиковые, которые носят, вот все, что происходит, барабаны, вот эти, вся эта штука против Биби, она легитимна? Вы знаете, это все происходит по соседству с моим домом. Да-да-да, вот я поэтому спрашиваю. Я все это прям слышу, да, каждый день. Легитимно. Ну, вы знаете, если мы говорим, ну, декларируем о том, что мы, значит, демократический строй, хочу вам напомнить, что право на демонстрацию одно из ключевых в демократическом образовании. Поэтому говорить о легитимности все то время, пока полиция не запрещает, и государство, и суд не запрещают эти демонстрации, и они не являются каким-то там рассадником насилия и так далее, я не могу понять вообще, нет, откуда вообще возникает вопрос. Нет, я имею в виду, легитимно ли требование вас отставки его? Всегда легитимно требование отставки. Не знаю, нет. Особенно, когда речь идет о человеке, который побил все израильские рекорды срока пребывания на посту премьер-министра. Ну, миллионы голосов за него все равно, мы же видим это, несмотря ни на что. Во-первых, не миллионы. Во-первых, ну, очень важно пояснить. Нас слушают в основном все-таки жители Соединенных Штатов Америки, в которой в основном как бы участвуют в выборах две партии, я не говорю сейчас о чайной партии. В Израиле многопартийная система. То, что израильского премьера называют фокусником, который умеет вылезти из любой самой сложной ситуации, это да. Но он не избран большинством граждан Израиля. Он действительно умудряется сформировать коалицию, хотя в данном случае, между прочим, я хочу вам напомнить, что в Израиле проходили выборы 3 раза за последние 1.5 года, в результате которых он не смог в последнем варианте, после последних выборов, он не смог сформировать коалицию. Ну, партию он набрал большинство голосов. Он был вынужден, конечно же, нет. Да, конечно, больше всех мандатов набрал Ликуд. Как это нет? На последних выборах Ликуд набрал больше всех мандатов. 36, по-моему, 37. Больше, 32, если я не ошибаюсь. Но суть в том, что ему пришлось пойти Ему пришлось поделить свое пребывание на посту премьер-министра на две части. Окей. 2 года он, 2 года Бенни Ганц. Да-да. Он даже при помощи всех своих манипуляций не смог создать полноценную коалицию. Окей, не смог. Он будет всего лишь 2 года. Или распустят нас, значит, новые выборы. Конечно, конечно. Да. Теперь, то есть мы должны понимать, что это человек, за которого проголосовало условно 25% избирателей. Нет, нифига себе, для многопартийного Израиля это очень много. 100%. Вот, то, что я пытаюсь сказать, это было... Но гораздо меньше, чем было в прошлом. Ну, то есть были партии, которые набирали... По-всякому, да, Кадима набирала. Не суть, да, мы не сейчас суть. Не об этом. Мы сейчас не об этом. 75% населения Израиля не выбирали этого человека. Говорить о легитимности демонстрации с призывом отставки премьер-министра, ну, легитимно, 75% избирателей не собирались его выбирать. Они не хотели видеть его в этом доме на улице Бальфора. Но они видеть хотели, голосовали за Ликуд. Окей. Кто? Теперь, да. Как сосед премьер-министра, я хочу вам сказать, что мне кажется,
что миллион безработных, оказавшихся безработными в результате пандемии, действительно должны чем-то себя занять. Я немножечко, может быть, цинично сейчас выражусь, но тем не менее, вы поймите, это единственная возможность сегодня весело и совершенно бесплатно проводить вечернее время. Там собралась целая тусовка. Вернее, много тусовок. Они, кто-то из них там придумывает какие-то креативные способы демонстрации. Кто-то из них воюет с полицией. Они прям приходят для этого туда. В общем, каждый находит себе какое-то занятие. И все это совершенно не стоит денег. И еще и вызывает уважение окружающих. Ну и протесты жителей, все-таки поздновато они шумят. Ну, поздновато, поэтому полиция после 11 запрещает им дудеть в дуделки и бить в билки. Ну, хорошо. Все. Этот вопрос спасибо. Прояснил. Нет вопросов. Скажи, пожалуйста, а вот сам Нетаньяху, каков твой прогноз? Как ты думаешь, сколько он продержится сейчас до выборов следующих? Сколько осталось до выборов? До выборов осталось 1.5 года. Нет, я имею в виду... До ротации. До ротации. Нет, до выборов. Каденция 4 года. Да, понятно. Станет ли Бенни Ганц, который, вы знаете, да, ситуация вокруг, значит, этой истории с Бенни Ганцем, где он затребовал себе должность преемственного премьер-министра, у него такая же свита, охрана, статус, его дом является резиденцией, так же, как дом премьер-министра. Он имеет кабинет в резиденции премьер-министра, в офисе премьер-министра, чтобы потихонечку привыкать. Так ну сказать. Да, да. И везде он называется преемственный премьер-министр. Альтернативный, Это очень важно. Здесь очень важно как раз уточнить. Преемственный, то есть есть соглашение, в рамках которого он становится, а не другой, премьер-министром через 1.5 года. Если он не становится премьер-министром, то происходит следующий выбор. Ага. Ну, они и раньше могут произойти, если бюджет не примут, например, мы понимаем. Безусловно, да, безусловно. Но вот. Если через 2 года есть принят закон, Бенни Ганц в результате не занимает пост премьер-министра, Израиль идет на новые выборы. И это было условием Бенни Ганца, очень мудрым, на самом деле, условием для подписания коалиционного соглашения и вхождения в это правительство. Потому что все прекрасно понимали, что израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху как-то разрулит ситуацию, если сможет. Да. До сих пор все в этом уверены, что Бенни Ганц никогда не станет премьер-министром. Знаете, я хочу сейчас вам процитировать Лапида, который был партнером Бенни Ганца на предыдущих выборах. 3 раза подряд. Многие говорили ему, что он, а у них с Бенни Ганцем было такое же соглашение, что в случае победы на выборах они будут поочередно премьер-министрами. 2 года Бенни Ганц, 2 года Лапид. Да. И ему все говорили, никаким премьер-министром ты не будешь, ты мечтатель, тебя кинут. И была пресс-конференция, где Яир Лапид выступил и сказал следующее, цитирую. Я подписал соглашение с порядочными людьми. И я обязательно буду премьер-министром. Это он сказал про Нетаньяху? Нет, про Бенни Ганца. Лапид. Я все понял. Ему говорили, тебя кинут, ты не будешь никаким премьер-министром. Вот партия генералов. Бенни Ганц, Габи Ашкенази, Моше Буги Айалон. Ну, как бы и ты здесь какой-то... Так Айалон он тоже кинул, подожди. Айалон же остался тоже за бортом. Совершенно верно. Да. Так, секунду, я говорю. Ему тогда сказали, что тебя не возьмут в это плавание. Ты не из их клаки. Да. И он сказал, я подписал соглашение с порядочными людьми. Я уверен, что буду премьер-министром. Да. Это Израиль, детка. Да. Это да. Вот... Жестковато. Ну, вообще, Лапид из очень интеллигентной семьи, по-моему, сын профессора, правильно? Из интеллигентной семьи, политика... ненавистник ортодокса, воинствующего ненавистника интеллигентного, ортодокса. Но человек интеллигентного. С точки зрения нашей... Советской точки зрения. Советской точки зрения, понимания, понятия интеллигенция, да, человек был вежливым. Не только образованным, воспитанным, образованным, и порядочным, скорее всего. Я не могу говорить о порядочности политиков, в принципе. Окей.
согласен, тут тоже сложный момент. Хорошо, ну тут это такая ситуация. Когда ты говоришь, что мудрый Бенни Ганс пошел на это условие, что если он не станет премьер-министром, то будут выборы, каковы его шансы, если он не станет премьер-министром, на этих выборах что-то набрать? Он же предал всех, кто был рядом с ним. Значит, если будут следующие выборы, я думаю, что Бенни Ганс не наберет даже 5 мандатов. Вот и все, конечно. Он всех обманул, да, всех да, кинул. Ему конец. И я думаю, что это главный козырь Бенимина Таньяу. Ну, то есть, ну, в какой-то момент он под тем или иным предлогом развалит. Пойдет на новые выборы. И история с Бенни Гансом на этом закончится, и он будет посмешищем, поскольку 2 года прослужил в парламенте преемственным премьер-министром и никогда им так и не стал. Ну, министр обороны, от него многие вещи все-таки зависят, теоретически, да? Тайтл «преемственный премьер-министр» хорошо, подразумевает, хорошо. Ну, да, да. Что в какой-то момент ты станешь премьер-министром. Ну, да. Человек, который 2 года проносил тайтл, да, преемственный премьер-министр, но никогда им не стал, это посмешище. И это такое же посмешище, как история с его объявлением о победе на выборах, наверное. Ты помнишь? Да, да, да. На первых выборах. Да. Вышел Бенни Ганс, сказал, мы победили. Ну, такое было и с Цепеливни, по-моему, в 2009 году тоже. Она сама набрала очень много голосов. Даже больше на один мандат, чем Ликуд. Но она не смогла набрать коалиционных партнеров. Она не кричала о победе. Не, не кричала. Нет. Понятно. 2 часа с 2 часов ночи до 4 часов утра Бенни Ганс был премьер-министром Израиля. Он превратился просто в анекдот. Да, это, конечно, все очень интересно, прискорбно. Теперь с точки зрения, теперь немножко внутриизраильской динамики. В результате, пока не трогаем сам по себе дил с Эмиратами, который сам по себе отдельная вещь, себе интересная с 2 сторонами этой медали. Через 7 дней у вас в Вашингтоне, у нас в Вашингтоне. Да, да, у нас в Вашингтоне. Состоится подписание. Да, сбор, да, пусть подписывают. Нормализация отношений. С твоей точки зрения, вот представляешь, если вдруг Израиль начнет проводить военную операцию в Газе, допустим, через месяц? Буквально недавно я читал, буквально вчера или позавчера, я читал материал, который гласил именно следующее, что нормализация отношений с Эмиратами настолько крепкая история, угу. Настолько крепкая история, что выдержит военную операцию Израиля в Газе. Да ладно. То есть Израиль будет, значит, бомбить, будут погибать там, как обычно, а Эмираты смогут спокойно с покерным лицом говорить, окей, ну что делать, ребята, прекратите, ай-яй-яй, но не отзовут посла, не будет... Ну, может быть, вызовут посла на консультацию, но будет какая-то марионеточная такая игра. Но де-факто эти договоренности о нормализации не будут разорваны. Я предполагаю, что они взрослые ребята, у них серьезные консалтинговые компании, и они просчитывали это все перед тем, как подписать нормализацию, поскольку если они будут вынуждены отступиться через месяц после подписания вот этих договоренностей, они станут действительно посмешищем для всего мусульманского мира, не только арабского, но и мусульманского. И Иран, конечно, будет ликовать и кричать о своей победе, правоте и так далее. То есть, де-факто, мы формализовали наши союзнические с Эмиратами Таи связи, и это очень удачный, на самом деле, дипломатический ход, без сомнения, без всякого. Спасибо Ирану. Спасибо Ирану. Да, да, огромное. Если бы не иранская угроза, этого не могло бы произойти, потому что не могло бы произойти. Да. И я вынужден снять шляпу перед израильским премьер-министром. Да. Я понимаю, что это все дело рук Кушнира. Да. Он там за кулисами. Но послушайте, человек, который стоит во главе государства, который несет на себя ответственность за все ошибки и проблемы, также несет на себе ответственность за все победы и достижения. Так согласен. Что ругать Биби за промахи, а хвалить Кушнира за победы было бы нечестно, неэстетично. Скажи, пожалуйста, Давид, вот в результате этого подписания сделки, пока шла подготовка к ней, была заморозка строительства в поселениях. То, что вот та информация, которая сегодня проходит через Jerusalem Post постоянно, эта заморозка до сих пор действует, в поселениях почти ничего не строится. Я вам хочу сказать. Есть конфликт из-за этого, и я слышал Давида Ильхаяни, главы Йоша Консул, который сказал, что это проблема, что мы хотим с премьер-министром немедленно встретиться, он обещал нам в августе встречу, он эту встречу сорвал, ее не было, и теперь у нас, может быть, мы пытаемся альтернативный закон об аннексии пропустить через Кнессет. Каковы шансы всего, что я сейчас наговорил, что как-то они могут материализоваться? Давайте внесем ясность. Давайте. История про замораживание разрешения на строительство на территориях – это история какая-то безумная. Я знаком с ней, так сказать, изнутри.
Здесь очень сложно в ней разобраться, гораздо больше спекуляций, чем правды. То есть, есть какая-то земля, которая признана либо частной землей, выкупленной евреями, либо признана землей государственной. Она не спорная, она государственная. И вот приходит какая-то компания, говорит, мы хотим на этой государственной земле, которая является частью поселения Нукдим, возьмем поселение Нукдим, где которое проживает да. бывший премьер-министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Угу. Сегодня там, я там бываю иногда, и вот там построили новый район. Да мне кажется, что он размером просто с весь прошлый район. Но он огромный. Причем это уже такое строительство не просто частных домов, а частных типовых домов. То есть такие там прям вот прямые улицы, там однотипные дома. И рядом с ними есть еще одно поселение, Кфар-Эльдад. Ну, они были всегда двумя поселениями на двух разных горках. И вот сейчас расстояние между домами Нукдим и Кфар-Эльдад, двух этих поселений, составляет примерно 10 метров. Но между ними нет дороги. Это mm-hmm. два разных поселения, но это евреи. Да? Но перейти можно от дома к дому, ну, из поселения в поселение через двор домов. Окей? Они выросли невероятно. И все это время продолжали кричать, что периодически замораживают строительство. В общем, это все какая-то фикция, помноженная на ноль. Mm-hmm. То есть нет проблем? Она периодически возникает, но в каких-то отдельно взятых регионах. Потом она как-то решается. Это все очень удобный инструмент для того, чтобы правые могли показать Вашингтону и израильским левым заткнуть рот, мол, смотрите, мы заморозили, смотрите, мы вот не беспредельщики. Но на самом деле поселенческое движение продолжает очень стремительно развиваться. И, в общем, грех жаловаться, мне кажется. Хотя в отдельных каких-то взятых случаях, конечно, возможно, демонстративно что-то там на год-два замораживают, пока дадут какие-то разрешения. Вполне возможно. Хорошо. Аннексия не произошла. И, исходя из того, что мы сейчас видим, скорее всего, по крайней мере, до переизбрания Трампа, если оно произойдет тоже, это к разговору об аннексии никто не вернется. На фоне теперь этого... давайте посмотрим. Секунду, я вопрос не задал. Секунду. Это понятно, что без американского одобрения она, в принципе, вообще было бы невозможно. Но мы видим, что Нафтали Беннет сейчас на этой волне по опросам последним набирает, если бы выборы прошли сегодня, 19 мандатов, а он представляет как раз в основном англоязычное поселенческое такое серьезное движение. Ну, как я бы... предлагаю разобраться в этой ситуации, да. О чем вообще идет речь. Да. Нельзя вырывать историю с попыткой аннексии Иудеи и Самарии из контекста. Из контекста традиционного кидалово правых в Израиле. А за правыми я имею в виду, под правыми я имею в виду религиозных сионистов. То да, есть конечно. Религиозный сионистский лагерь. Это не все религиозные сионисты правые, и не все правые религиозные сионисты. Религиозные сионисты – это тот спецназ, который правительство и сионистское руководство кидает каждый раз на освоение новых земель, создание новых поселений, продвижение, в общем, физически своей идеологии. Элита нации, короче. Можно сказать и так, скорее соглашусь с вашим тезисом. Я хочу вам напомнить, что это люди, которые заселяли, строили и поднимали Синайский полуостров. Это люди, которые строили и поднимали поселения в секторе Газа, Гуш-Катиф. Люди, которые поднимали Самарию и Иудею, это люди, которых выгнали, депортировали из Синайского полуострова, потом из сектора Газа. И Самарию. И вот да. Им за их веру в идеалы сионизма и преданность партии обещали, наконец, аннексию. 30% территории. Ваше терпение и преданность оправданы. Продолжайте служить нам верой и правдой. Вот сейчас Бог послал нам Трампа, вы послали меня, я имею в виду Биби. Да. И я вот сейчас, и все же это была разменная монета, чтобы подписать с Эмиратами. Катастрофа. Их очередной раз кинули. 19 мандатов Беннета. Это презрение к Биби, а не любовь к Беннету. Именно поэтому Биби, помните, был момент, когда он был готов уже как бы пойти на выборы, бюджет не пропускали, дедлайн подходил, и вдруг он отменил выборы. Сразу после этой сделки с Эмиратами. И политологи израильские начали что-то там мямлить про то, что на самом деле не нужно.
А он отменил, мы не знаем, почему он отменил, на самом деле он отменил, потому что он понял, что он сейчас проиграет поселенческий голос, скорее всего, из-за этого номера. Ой, это, мне кажется, гадание на кофейной гуще, потому что, ну, во-первых, какие выборы, когда сейчас он должен стать человеком, подписывающим мирное соглашение с Эмиратами. Соглашение о нормализации отношений, да, да, не мирное соглашение. Да, войны не было. А если нет правительства, все сорвется. Кто будет подписывать, кто будет голосовать? Ну да. Теперь правительство перед выборами тоже есть такая традиция в израильской политике, что временное или переходное правительство не имеет полномочий, сопоставимых с обычным избранным правительством. Само собой, конечно. То есть принимать какие-то судьбоносные решения, обещать что-то отдать или обещать что-то принять, они не могут. Ну, то есть если он пойдет на выборы, вся эта историческая инициатива вместе с его аурой великого мирителя и уравнителя. Но он, да, сойдет великий? На нет. Да, с другой стороны, мы не можем, вы сказать, знаете, что он не абсолютно великий. Он великий. Можно его любить, можно его ненавидеть. Но то, что этот человек является одним из самых ярких лидеров поколения, я не имею в виду только еврейских, я говорю в мировом масштабе. Это человек, с которым общаются и Путин, и Трамп. Уникальная ситуация. Джонсон, и Меркель. Да. И Бензайн. И Макрон, все. И Макрон, да. Ну, и Моди, есть, Моди особенно, Индия. Кроме Насравы, да. Кроме Насравы он пользуется, мне кажется, сегодня уважением. Всеобщим. И почетом. Мы давно хотя и Насрава, думаю, в глубине души его уважает. Ха, как и он Насраву, кстати, потому как я слышал, что Хизбалла пользуется серьезным. Когда оценки закрытые есть, так Хизбалле отношения серьезные. Мы должны не вернуться. Согласен. Нет, не согласишься? Мы должны сейчас прерваться ненадолго, вот буквально ненадолго, и вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая с нами. Из Израиля. Сейчас из Одессы, но израильский независимый журналист, бизнесмен, предприниматель, естественно, и бывший, кстати, солдат израильского спецназа Давдыван. Давид Ройтман. Приветствую, Давид, еще раз. Для тех, кто только что к нам присоединился. Надо было напомнить, кто с нами сегодня. Давид. Добрый день. Спасибо. Давид, смотри, ты ведь еще представляешь известный очень мировой бренд, и ты его создал, ты его, этот бренд, ты его основал, и ты его развиваешь. Это международный торг, это, ты торгуешь на международном уровне, в разных странах у тебя есть офисы, и ты занимаешься этим бизнесом уже достаточно давно. Пандемия сильно навредила тебе? Скажи мне, как с точки зрения вот бизнеса твоего, мне интересно, потому как это ведь и Израиль, и Москва, и Одесса, и Америка, это много чего. Как ты почувствовал, как транснациональный бизнес? Расскажи мне, как это вот было в твоем, как это в твоем случае происходит? Вы знаете, гораздо лучше, чем мы предполагали. Я считал, что все, что касается лакшери-сегмента, будет затронуто очень сильно в этот период времени, поскольку люди привыкли покупать дорогие аксессуары, приходя физически в магазин, а не покупая онлайн. Когда покупаешь сумку за 10 тысяч долларов, ты хочешь ее пощупать, посмотреть, примерить. Я удивлен, приятно удивлен. Мы вернулись на 70-80% в продажах по сравнению с периодом предкоронным, но самое главное, мне кажется, что произошло, что изменилось в этом нашем международном бизнесе, люди стали покупать онлайн. Люди за неимением возможности выехать, перелететь и прийти физически, или имея возможность, но опасаясь за свое здоровье, пришли к выводу, что теперь можно и онлайн. Раз на улицу выйти опасно, значит, будет онлайн. И это изменило, в моем понимании, в принципе, наши возможности и скорость нашей мировой экспансии, поскольку нашему бизнесу 5 лет, у нас около 180 филиалов по миру сегодня, но благодаря тому, что люди начали рисковать и покупать онлайн продукцию лакшери-сегмента, мы имеем все шансы ускорить нашу мировую экспансию. Мы уже наняли несколько компаний в разных странах, на разных континентах, которые будут заниматься продвижением онлайн нашей деятельности. Каковы будут результаты, мы подведем итог, наверное, через год, не ранее. Но в такой же вторник, я надеюсь. Будем надеяться. А вот с точки зрения общего
Давай сейчас чуть-чуть вот так уже заговорили о бизнесе. С точки зрения, в принципе, израильского бизнеса, как ты его видишь и представляешь себя, все ли правильно делать? Как премьер-министр, я вот с его, вот как правительство, в твоем понимании, по твоему мнению, израильское правительство правильно отреагировало на ситуацию или как все в панику зашло? Мне кажется, что самое страшное, что произошло в Израиле с точки зрения управления этой кризисной ситуацией, что, кстати, очень отличается от военного опыта, да, когда действительно нависает угроза реального, там, реальной катастрофы, она вполне ощутима, падают ракеты, взрываются бомбы. Израильское руководство и военное, и гражданское умеют мобилизовать все свои ресурсы, и исчезают какие-то эгоистические там разборки и войны, и попытка перетянуть одеяло на себя, и все действительно работают на благо общей цели и очень круто справляются каждый раз с каждым таким новым кризисом. Здесь все пошло не так. Во-первых, нету какой-то определенной линии, она меняется каждый день, иногда несколько раз в день. Вот сейчас новый руководитель по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, профессор Гамзу, значит, опубликовал некую стратегию светофора. Сегодня он уже заявил, или вчера я уже запутался, что, видимо, придется многое пересмотреть, и эта стратегия, которая там две недели, уже не подходит. Никто ничего не знает. Никто не берет на себя ответственность ни за что. Все тянут одеяло на себя, хотят закрыть какой-то город, потому что там невероятный рост, значит, пандемии. Приходят какие-то там политические деятели, какие-то там... Мы знаем, какие приходят. Ну, в общем, заинтересованные лица и какими-то при помощи каких-то нехитрых довольно манипуляций отменяют карантин в этом городе. Да какие же шансы? Караул. Какие караул, шансы? Извините, что значит какие шансы? У нас официально 3200 или 3300 больных за вчера или позавчера. Мы официально вышли на первое место в мире по количеству болеющих на душу населения. О чем мы говорим? Какие шансы? Такую страну просрали. Помните эту фразу? Так это будет карантин, что СССР. Когда будет локдаун? Ну вот он начался сегодня с 7 вечера до 5 утра. Должен быть локдаун. Как он будет выполняться? Как это будет работать? Уже сегодня писали, что въехать в эти красные города можно, выехать сложнее. Это какой-то беспредел анархии. Ну то есть ни политическое, ни военное руководство не может выступить перед страной и сказать, вот она проблема, так мы ее будем решать. Столько времени это займет, такие у нас будут потери, такая цена будет у этой войны, и в конце концов мы победим. Нет, просто каждый день, по несколько раз в день, все говорят что-нибудь другое. И сегодня переплюнул всех Либерман. Что сказал Либерман? Что? А нечего говорить. Слушайте этих государственных чиновников, они нифига не понимают, поэтому не надо в принципе выполнять предписания государственных чиновников и министерств. Молодец. Ну, он сейчас в оппозиции, типа, конечно, можете позвать. Не-не-не, секунду. Оппозиция оппозицией. Можно не соглашаться с принятием решения, но призывать граждан в демократическом государстве саботировать решение полиции, министерств и так далее. Измена? Он предлагает саботировать. Ну, надо на чего арестовать. Я не слышал пока слова «измена». Предполагаю, что в демократическом государстве, таком как Израиль, призывать не соблюдать не законы, а предписания, но где-то там на грани. Что-то на грани фола уже. Где-то там, совершенно верно. К сожалению. Это, да. Я хочу напомнить, это бывший министр иностранных дел. До недавнего времени министр обороны. Это ж кому ключи доверили? Да уж. Кто в лавке остался? Давид, к сожалению, мы должны сейчас прерваться. Я надеюсь, что через неделю мы вернемся к этому разговору и к многим другим. Огромное спасибо. С нами был Давид Ройтман из Одессы сейчас, но, в принципе, естественно, из Иерусалима. Независимый журналист, предприниматель и мой большой друг. Спасибо огромное. Как модно будет теперь говорить в Израиле и на всем Ближнем Востоке. Иншалла в следующий вторник. Иншалла в следующий вторник. Спасибо большое, дорогой. Всего вам хорошего в Нью-Йорке, хорошей вам погоды и здоровья в ленту.
Амен, счастливо. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.